своими безобразия. Ну сколько можно? Опять закрыто, когда же откроется, в конце концов, это кафе. Да, подождите, секундочку, пожалуйста. Это такая погода. Вот это, конечно, парижская весна называется. Тоже думал, что пойдет снег. Ужасно. Поймите, буквально 3-5 минут, и наше... ваше любимое заведение откроет двери. Так, поставим комодочку для настроения и будем готовиться к открытию. На дворе 23-й год, 1923 год, и мы рады приветствовать вас в нашем кафе «Оливье», где так все уютно и тепло. И знаете, что каждый может себя почувствовать здесь не просто посетителем, а добрым другом. Как же прекрасно сидеть в кафе за столом и смотреть, следить за этим пейзажем в окна, которые выходят прямо на улицу Монмартр. А ведь, как говорится, кто не был на улице Монмартр, тот не был в Париже. А какие красавицы гуляют по улицам этого прекрасного города! Il dit, rappelle-toi tes amours, rappelle-toi mes cœurs sur tes cœurs, y'a pas de raison pour que je le fasse, avec tes souvenirs sur les bras. Подам!
par cœur. Свои пристрастия, но единственное, что полностью и идет полностью каждой женщине, это любовь. Знаете, даже если когда за окнами идет снег, ветер, все что угодно может происходить, но в сердце у каждой девушки любовь и весна. А вот что в сердце мужчины, который стоит уже полчаса под снегом и не заходит в кафе, ха, месье Жак, интересно, о чем он думает?
Доброе утро, месье Жак. Доброе, доброе. Черт, утро. Ой, давайте ваш пальто и шляпу. Вы, я смотрю, чем-то огорчены. Да, сегодня решается моя судьба. Или она скажет да, и... Да, дружище Жак. Но мы же оба знаем. Женщина, это же как музыка. Ее нужно просто слушать, не обязательно понимать. Вот и я говорю. Неужели она не может не ехать в эту командировку? Неужели? Жак. Матлен. Послушай, ну... Несмотря ни на что, я все равно тебя люблю. Прошу тебя, останься. Ну ты же знаешь, что это невозможно. И потом, мой дорогой, ну всего 4 дня. Уезжаешь завтра, вспоминай. Остаться. Во-первых, там всего каких-то 4 дня, правильно? Верьте мне, Жак. Миллионы мужчин просто мечтают о таком отпуске, а вы... Ну ладно, ладно, хорошо. Я как преуспевающий в этих делах и опытный человек вам подскажу. Да, 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 да. Значит, нужно начинать со стихов и цветов. Ну стихов ведь я не пишу, а в цветах совершенно не разбираюсь. Дружище мой, ну это же Париж, это же столица цветов. Здесь каждая вторая девушка, между прочим, разбирается в цветах. Как раз посмотрите, вот видите, какая замечательная цветочница. Я вас не попозже познакомлю обязательница, а обязательно цветочница Элизабет. Спится мне, не люблю в кафе.
прекрасные цветы во всем Париже. Какие предпочитает ваша избранница? Пожалуй, я возьму эти. Они такие же прекрасные, как ее глаза. Отличный выбор. Спасибо, месье. Спасибо, мадемуазель. Что бы я делал без вас? Попробую догнать ее на вокзале. Благодарю! Давайте поспешите, месье Жак. Удачи вам! Какой забавный господин! Знаете что, вы лучше не смейтесь над ним. Он вообще-то очень-очень безумно влюблен. Видите, он даже убежал без пальто. Все же, это какое прекрасное чувство, любовь. Правда, месье? А знаете, я вот с вами соглашусь. А скажите мне, а вы знакомы с этим чувством? Мне? Каждый вечер, продавая свои цветы знатным господам на Монмартре, я вижу его. Интересно. Его, и как же его зовут? Я, право, не знаю совсем, как его зовут. Я даже не осмеливаюсь к нему подойти. Лишь издалека смотрю, как он пишет свои картины. О, месье художник. Интересненько. Да. Как же я мечтаю, чтобы он однажды ко мне обратился с просьбой купить цветок. Тогда бы я подарила ему на память целый букет. Красиво его. Свежие новости! Мне пора. Спасибо за беседу. Ой, Елизавета, забегайте еще, обязательно поболтаем. Ну что, мальчишка, давай-ка мне газетенку. Держи. Сейчас мы посмотрим, чем же живет Париж сегодня. Так. О, любопытную модель такси изобрели. Завод Ситроен. И развивает скорость аж 50 км в час. Сумасшедшие люди, куда они спешат? Я не удивлюсь, если лет через 100 все будут просто ездить, как угорелые, километров 60 в час. Так, что там еще у нас? Значит, выставка современных искусств, гастроли русского балета. Русский балет. Россия. Была одна у меня история в этой далекой России. Да. Ой, как же там все-таки замечательно. Ой, горькая водка, горячая баня, краснощекие девицы. Далекие милые были. Тот образ во мне не угас. Мы все в эти годы любили. Ну, значит, любили и нас. Thank you.
Ох, Россия осталась только в моих воспоминаниях. Но должу я вам, и здесь-то, в Париже, очень много прелестных девушек, да. Вот, кстати говоря, замечательная, обворожательная девушка будет давать один сегодня концерт. Обязательно пойду на него. Удивительная, незабываемая, единственная, неповторимая Маргарита Гуразье. Ой, это что, это неужели ее автомобиль? Кажется, она собирается идти в мое кафе. Ущипните меня. Не верю своему счастью. Не буду ей мешать. Настоящий успех? Абсолютно с вами согласен, мадам Гуразье. Ой, единственное, что у меня же плакат. Я хотел попросить автограф. Мадам Гуразье, мадам Гуразье, мадам Гуразье, автограф! Хозяин! Принимай, товар! О, отлично, я вас целый день жду. Ну что, вы все мне привезли, что я заказывал? Конечно! Стеклышко к стеклышку! Бутылочка к бутылочке! Хорошо. Ну что, тогда, может быть, пенного? Давай. За счет заведения. Наливай, да только покрепче. Принято. Желаю.
банды полные кефали. Отец Костя, приводи. И все венюшники вставай. Когда в пивную он ходил, синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Только молдаванка и Тесси обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае кричали в берегу под газ. Ему сказала, все вас знают, а я так и вижу в первый раз. В ответ открывка за мегапачку, сказал ей Костя с колоком. Вы интересная чудачка, но дело видите легко. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Вот молдаванка и Пресси обожает Костю моряка. Кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки. На свою грузчики надели со страшным скрипом башмаку. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Одесса на веселой свадьбе моряка. Приходит молоденькая, прелестная, красивая такая парижанка к портному. Какая говорит: уважаемый месье, а сколько стоит квадратный погодный метр вот той ткани? Портной посмотрел: мадемуазель, для вас один погодный метр этой ткани будет стоить всего один поцелуй. Поцелуй всего? Вот, говорит, замечательно, прекрасно. Знаете что, заверните мне 23 погонных метра, запишите адрес, привезите туда вечером, там расплатится моя бабушка. А вот ты где? Ой. Мишель. Миша. Ну, послушай, да, я была не права, но я все поняла, но я же просто пошутила, ну, прости меня, Мишка. Ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка, в эту грустную минуту, как тебе мне хочется сказать? Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задорая дня? Самая нелепая ошибка, то, что ты уходишь
любовь мою. Но прошу, не надо, Мишка милый. Сегодня царит атмосфера настоящей любви. Месье Оливье, добрый день, старина. Кому сова? Да, сова. Погода нынче не к черту. Льет, как из бедра, еще весна называется. Есть такое дело, есть. Не мудрено заработать простуду или еще чего хуже, ангину. Ага. И вот тогда точно уж. Ваши все шансы, чтобы продать замечательную картину, равна нулю. Месье, ваша правда. Если так пойдет дальше, то дела мои будут совсем плохи. Кстати, сегодня я написал новую картину. Я писал ее, сидя у Триумфальной арки. Вся улица простиралась прямо передо мной. J'entendais un cœur venu, la galère à l'inconnu. J'ai mis à tout ce que vous voulez, à n'importe qui, ce qui tu as, si qui tu sais, elle ne tira. J'ai mis à tout ce que vous voulez, t'apprivoiser, aux Champs-Élysées. Avec les fous qui vivent la guitare à matin, du sable matin. Allez chanter, à componer, on a dansé, on a chanté. Mais les larmes étaient en pensée, on s'en passait. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Thank you.
sur l'avenue, tes amours en tête dit par les gagneries. Allez tu à la caisse, à mon orchestre de milligrammes, et pour la course qui tournait, apprivoisée. Oh, Champs-Alysées, pa-da-ba-ba-ba, oh, Champs-Alysées. Au soleil, sous la pluie, à midi, et à midi, et il y a tout ce qui roulait, aux Champs-Alysées. Я вам так скажу, просто всегда рядом должна быть красивая женщина. И она всегда приносит удачу, да. Ну, бывают, конечно, исключения. Ну, взять, допустим, меня. Да. Как-то я пригласил на свидание одну прелестную девицу здесь с соседней типографии. Так. Вы представляете, я звал ее на свидание 7 раз. Я купил места на 7-м ряду. Да-да. Мы пошли на скачки, на ипподром. В буфете, значит, я взял целых 7 пирожек. В конце концов, я поставил на лошадь под номером 7. И? Так лошадь пришла. 7-й. Да, месье. Да. Поэтому здесь такое дело. А, кстати говоря, я хотел вас узнать. А вы сами-то влюблены? Ну, признавайте. Месье Оливье, вы видите меня насквозь? Конечно, Марш. Когда на Монмартре опускаются сумерки, в моем сердце восходит солнце, ведь я вижу ее. Она идет с корзиной полной цветов вниз по улице, прямо к набережной Сены, и мило улыбается прохожим. Я, кстати, месье, даже не знаю ее имени и никогда не узнаю, ведь не посмею к ней подойти, настолько она прекрасна. Эх, вот бы она хоть раз мне подарила свою улыбку, тогда, месье, я купил бы у нее все цветы мира. Отличная любовь. О, месье, кстати о солнце. Пока мы с вами тут разговаривали, на улице снова вышло солнце. И я отправлюсь на улицу и попытаюсь свое счастье снова. Попробую продать этот шедевр. Давайте, удачи вам, Амар. Алло, месье, алло. Ох уж эти люди искусства, конечно. Цветочница. Они про цветочницу ли Элизабет говорил? Oh,
Вы совершенно правы, месье. И сегодня утром я уже был в вашем замечательном кафе. Подождите, не узнаю вас в гриме. Так. О! Жан Рено. Нет. Пьер Ришар. Да нет, ну что ли, о чем я говорю. Ален Делон. Алик. И опять, сеньор Оливье, вы не угадали. Вы совершенно не угадали. Мадам Курвазье, да вы... Ой, как вы все-таки прекрасно играете. Я вас просто не узнала прекрасно. Да, месье. Это то, что я скрываюсь от репортеров. Эти все жуткие люди, они совершенно не дают никакого прохода. А я просто влюбилась. Да, месье Оливье, ваш коктейль. Может, повторим? Да, конечно, мадам, повторим. Тогда повторим. С вас 2 франка. Что ж, 2 франка? Это, наверное, опять репортеры. Спрячьте меня, умоляю вас. Возьмите еще какой-то. Отпущен экипаж, и тут сутулятся в
я приношу свои извинения. Я только сегодня сошла с парохода, и за мной сразу же увязались эти трое. И так всю жизнь. А ведь я очень боюсь своего мужа. Вы знаете, он у меня очень ревнивый. Да, и... Вся моя жизнь, мне почему-то кажется, что он всегда знает, где я нахожусь. Что ж такое, сейчас прошу прощения. Алло, алло! Да-да. Кого просите? Мадам Кюкюзю? Да, это я. У вас месье Кюкюзю. Что я вам говорила? Алло, алло, Джеймс, какие вести? Давно я дома не была. 15 дней, как я в отъезде, но как и тут у нас дела. Все хорошо, прекрасная жизнь, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального смысла, за исключением пустяка. Так и ерунда, пустое дело, как лаваша околела. А в остальном прекрасная жизнь, все хорошо, все хорошо. Он опрокинул две свечи, попали свечи на ковер, и запылал он, как костер. Погода ветреной была, ваш замок выгорел дотла. Огонь усадьбу всю спалил, и с ней конюшню всю спалил. Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла. А в остальном прекрасная подпись, все хорошо, все хорошо. А в остальном прекрасная подпись, все хорошо. Говорила. Согласен с вами, мадам. Да. Вся моя жизнь как на ладони у моего супруга. Но, месье, его любовь я не променяю ни на одну минуту даже очень приятного увлечения. Кстати, месье, а вы женат? Мадам, я, знаете, больше привык наблюдать за женщиной. Дело в том, что если ты женишься, то вдвое уменьшатся твои права, и вдвое увеличатся твои обязанности, не так ли? Вы еще очень молоды, месье. Пусть эта парижская весна кружит вашу голову и дарит вам минуты беззаботного счастья. А я ухожу, пока сюда не вернулся мой муж. Аревуар, месье! Аревуар, аревуар. Рад был с вами познакомиться, да? Месье Оливье, чудо!
Я продал свою картину. Да? Да, один знатный месье купил ее у меня прямо с холста. Подождите, то есть вы хотите сказать, что теперь ваше творение будет украшать чей-то интерьер? Месье Оливье, мое произведение искусства будет не просто украшать чей-то интерьер. Им будут любоваться знатные парижане и парижанки. Они налейте ко мне в честь моего праздника. За ваш счет. Естественно. А, конечно, за ваш счет. Могу с вами рассчитаться по своим долгам. Ну, сколько я вам должен? Замечательно. И вот сейчас как раз вот уже досчитал. Ага. Один плюс один. Это за 3 года, если. Да. Вот, пожалуйста, как видите, 1300 франков. Вот, месье, все, что есть. Хорошо. Подождите, здесь не хватает еще 200 франков. Вы уверены? Конечно. Да. Месье, это все, что у меня есть. Никуда не уходите, я сейчас постараюсь что-то придумать. Никуда я уйду-то. Давайте, давайте, удачи. Надеюсь, что придет. Ах, какая же неловкая, извините, господин. Пардон, мадам. Это вы? Простите еще раз. Я зашла ненадолго погреться. Что? Месье любезно пускает меня. Ну что вы, Элизабет, ну я вас уволяю. Конечно, присаживайтесь, пожалуйста. Давайте я вас угощу горячим вкусным кофе. Кстати говоря, можете познакомиться. Это мой друг. Художник. Амар. Это моя подруга. Цветочница. Элизабет. Какое у вас красивое имя. По-моему, я был прав, да. Так, друзья, давайте-ка я вам подготовлю знаменитый парижский кофе. Так, берем, значит, 2 маленькие чашечки. Так вот, аккуратненько. Ага. Значит, всыпем несколько кристалликов вот так вот в соли.
Вот так, да. Ну, назовем их солеными слезами счастья. Да, да. Затем на жарком огне любовных порывов подогрели кофе, смешанный и чистый, конечно же, как ваши души водой. Так вот, аккуратненько. Вот так вот, аккуратненько. Ой, замечательно. Вольем горячий кофе в чашечки. Так. Ну и, конечно же, добавим в этот союз старый добрый коньячок. Ну так, чисто для запаха, для аромата. Не стесняйтесь, миссия, не стесняйтесь. И так вот, аккуратненько. Вуаля. Ваш кофе под названием «Вечная любовь» до моих друзей прошу. Thank you.
влюбленность. Ха, они даже кофе не попили. Могли бы хоть попробовать. Да, какой замечательный сегодня неповторимый день. Сколько встреч, сколько историй. Но одна история еще не закончилась. Месье! Месье! Да-да, Жак. Фу, я опоздал. Поезд, который увез ее неизвестность длиною в 4 дня, оказался быстрее меня. О, что вы... Закончился дождь, на небе не облачко. Я шел с вокзала и увидел, как несчастный художник продает свою работу. Глаза у него были такие грустные, что я решил пожалеть его. И теперь он обладатель содержимого моего кошелька, а я обладатель этого шедевра. И вы не поверите своему счастью. Я думаю, вас разорвет от счастья. Я дарю вам это. Да нет, вот так. Нет, вот так. Уверены? Может быть... Да нет, знаете, это слишком у дорогой подарок не стоит. Нет, нет, я настаиваю. Да, ну что вы, ну зачем? Ладно, уговорили. Знаете что, раз вы не успели, я так понимаю, остались совсем одиноки на эти 4 дня. Я позаботился, чтобы вы не грустили, и пригласил сюда одну прелестную компанию. Компанию? Да, да, очаровательных девушек. Вы что? Я совсем не готов! В смысле не готовы? Ну вы прекрасно выглядите. Ну прячьте меня, я стесняюсь! Сейчас вон они идут уже! Сияет солнце.
впервые. И в любой другой момент я бы с удовольствием окунулся в ваши объятия. Но... Pardonne-moi cette prise d'enfant. Pardonne-moi.
Друзья мои, как я рад, что вы все-таки вместе. И знаете, в честь вашего союза у меня приготовлен для вас подарок. Вот эта картина. Здесь, пожалуйста, идет. Прекрасно. Ну что? Кафе «Оливье» официально хочет сообщить о том, что в Париж пришла весна. У всех сердце завелась любовь. И из всех окон звучит «Кан-кан!» Все на чинах, я люблю, все на чинах, я люблю. Все на чинах, я люблю, все на чинах, я люблю.